Вот видите YouTube? YouTube, видите, вот стандартный YouTube. Казалось бы, чего-то могло произойти на YouTube. А нет, на YouTube, YouTube наконец-то научился. Видео, да, которые нестандартного разрешения, наконец, смотрите. Вот это 16:9 видео. Оно выглядит вот так. Вот это 1:21. 1 вроде бы, как оно называется, я не знаю точно. Но более современный формат для кинотеатров такой, да? Вот обычное. А вот это современный формат для кинотеатров. И еще более широкая экранка. Иди отсюда, муха. Муха, видишь, на озону увидала, муха прилетела. Как зрители тоже так прилетают. Озон увидит, и жи-жи-жи-жи-жи-жи, вот так вот летают. Вот. Жи-жи-жи-жи, и летать начинают так. Жи-жи-жи-жи. А озона не будет, вот. Они так жи-жи-жи, вот туда. И улетели куда-то туда. Вот. Вот, и наконец-то не прошло и 10 лет, даже 20 лет не прошло. YouTube научился в 4 на 3. Вот видите? 4. Как я вот так растяну? На 3. 4 на 3 видео, представляете? Вот это прогресс, вот это никто не ожидал. Никто никогда не ожидал, что такое будет вообще. Что будет YouTube поддерживать 4 на 3. Но это в десктопной версии, а в мобильных-то я не знаю, как там, что там происходит. Я пока не смотрел на мобильные, но посмотрю, может обновят сейчас и там будет все это поддерживаться. Так что это вот лайчонок YouTube за поддержку новых форматов видео. Не, конечно, спасибо за 4 на 3. Я снова видео 4 на 3, которое снято, и смотрю. А другие я не особо-то, в общем-то. Считаю, что все шедевры сняты в 4 на 3. Вот. В основном все старое снято 4 на 3. Даже сейчас выходит видео, большинство ТВ-каналов, они 4 на 3. Соотношение сторон по-прежнему 4 на 3. И переход на вот этот кинотеатрочный формат, он затянется на года. Как бы, да, сейчас 16:9, а инженеры считают, что все должны переходить на вот этот вот 1:21. Как-то там такой 1:21:1 формат. То есть они должны покупать монитор, который в длину как два вот этих вот, два обычных Full HD монитора, то есть, да, таких длинные, то есть, да, и видео смотреть как кинотеатр, да, отодвигаться на 3 метра и смотреть видео. И это какой-то маразм, пахнет каким-то маразмом. Уж глаза человека такое не могут захватывать, будут как это самое. Глаза придется делать в разные стороны, раздвигать. А народу тяжело такое научиться. Я даже на Full HD вот в одну сторону смотришь, например, экрана, ты не видишь, что там на второй стороне экрана. Так что это какой-то маразм небольшой, на такой формат переходить. Так что не думаю, что он кому-то будет нужен особо. Я не верю, что он пойдет, потому что я вот смотрю вот в этот угол, да, и вижу, видите, вот эта вот часть уже не видна. Вот, с моего зрения также, да, как и с телефона. Так что вот такие дела. Респект Ютабу. Ну, это так, респект, да? А за 4 на 3 двойной респект. Огромный респектариус Ютабу за новые форматы, которым 20 лет.